1 июня 14 год, Харьков, 17:50, по-моему, 17:50 по Киеву. Так, здесь возле Ленина, уже, я так понял, на исходе митинг сил каких сил не вижу. Юго-восток. Ага. Это, наверное, Гурьянов. Антон Гурьянов. Save Donbass People. Правильно написано в этом случае. Aggression of Ukraine. И тут все закрыто. Ну, в общем, лейтмотив понятен. Коммунистическая партия. Нет, наверное, не коммунистическая, это флаг Советского Союза еще. То есть это просто ностальжи. Ну и черно-оранжевая, черно-коричневая. Не буду комментировать, что она для кого символизирует. Так, и в 18:00, и в 18:00 на возле памятника Шевченко впервые, по-моему, за 2 месяца должен собираться проукраинский митинг за единую Украину. Где-то там. Сейчас туда подъедем, посмотрим. Сумскую чуть выше перекрыли. Никаких этих дополнительных сил я не вижу. Милиция. Наверное, сейчас уже и не нужна действительно. Много украинских флагов. По Сумску я сейчас выше ехал, просто до самого парка Горького точно висят флаги украинские, это активистами развешенные. Был тут недавно инцидент, попытались посреди ночи их коммунальщики снять. Так люди примчались прямо посреди ночи и отстояли, заставили обратно повесить украинские флаги.